Ukrajna legnagyobb gyerekkórházában, mondjuk Kijevben, ahol egyre több olyan gyereket kell ellátni, akik a harcokban sérültek meg, lövés érte őket, vagy robbanás után repeszek találták el. Несколько детей, один в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Это было ранение, осколочное ранение головы, шеи, тела. Он в крайне тяжелом состоянии. Itt mögöttem most éppen egy olyan műtét zajlik, amelyik egy 13 éves fiú megmentéséről szól. Őt a szüleivel találták el az autóban, amikor megpróbálták elhagyni Kijevnek azt a részét, ahol a harcok folytak. Az egyik felnőtt meghalt, és egy gyerek is életét vesztette, és most a fiú életéért küzdenek. Who with his family tried 2 days ago to move out from the region where Russian tanks destroyed everything, but it was bad time because it was evening, it was time when, you know, it was not appropriate to move anybody. Yeah. That's why somebody shot the cars. Когда атака, мы детей спускаем в подвал. Здесь они находятся в безопасном месте. Если тяжелых детей очень много, берем с собой кислород, дежурим, капельницы, все подсоединяем, вся аппаратура, которая можно с детьми принести сюда, мы берем это с собой. У нас ничего подобного нету. 24. Это самое начало войны. И, а по идее, вы были так уже в больнице? Да. Как ваш день проходит? Вы днем обычно наверху? Ну, время от времени, когда сирены, то сюда спускаемся. И как тут проходят ночи? Ну, такое. В палатах лучше, но дома еще лучше. Когда был момент, когда вы поняли, что это действительно уже война? Когда уже проснулись и начали все сообщать о бомбежках и обо всем. То есть это мы 5 утра, вот тогда, когда это все началось, так же было все понятно, что это широкое наступление. То есть во вторник, то есть в понедельник, когда Путин признал республики, сепаратистки не верили, что этого будет? Никто не верил, что все-таки будет так агрессивно, так внезапно, конечно же. Ожидали, понимали, но никто не думал, что это будет. Так будет широко масштабно. Вы когда были последний раз дома? 4 дня назад. И прямо из-за работы или плюс еще и из-за невозможности добраться? За невозможности добраться другим сотрудникам, моим коллегам, которые не могут приехать сменить нас. Мы вынуждены здесь дежурить 3-4-5 дней, то есть от начала заварушки этой войны нелепой. Мы здесь.